Трёшка, не, это. Мне сейчас нужно торопиться, ну все, маме отнести. Ну, короче, я скину видео, но вы там не обращайте внимания, если я что-то странное. Я просто художник, понимаете, свободный. И это. Я шаурму вообще обожаю. Я ее покупаю. Меня. Я в шаурмечный пытался устроиться, меня отшивали. Я все равно покупаю. Я, короче, рисовал в городе. Мне не копейки. Я готов бесплатно вам рисовать, если бы разрешили, потому что государственные стены, если на них рисовать, то тебя вандал считают и проблемы. Нет, давайте, интересно, здорово. Короче, это. Классная идея. Дега, да. Я, короче. Тогда покрасим. Короче, я покажу вам, свои картины. Давайте. Я просто принесу и покажу картину лично. Тогда на связи. Да. Приятного. Классно, да. Лично. Это вот он, да? В зеленой кепке. Да, зелёный. Да, да, в один тур. Да, вообще, наверное, отличный чел. Классно. Классно. Lil Bo Peep with a brand new bitch in the back in club with guys with lead. Ice IT and ice IT. In the limousine teeth, you can suck my dick. Fancy shop, band in bench shop. All motherfuck, tell bitch good luck. All motherfuck, bitch good luck. Jax is my nose, good. Jax in my cup. А у меня, а я крестик с собой не взял. Как я так мог? Без крестика? Что-то я это, забыл надеть намордник. Намордник на мне. Я вандал. Это неудобно, на море не наносит, не налазит мне на нос. Короче, смотрите. Смотрите, ребята, еще раз показываю. Еще раз я такого не понял. Смотрите, Росатом. Символ, видите? ГХК, символ, видите? Короче, если не видите, то я не буду вам слишком напрягаться. Потом смотри, вот эта реклама сексистская. Они используют манипулятивные методы. Сексистка. Вот это вот мама Роза, это вообще вот такая прохиндейская тема. Там на выезде из города написано, что одна роза стоит 33 рубля, а внизу 666 букет роз. И смотри, и они используют еще вот такую вот сексуальный подтекст рекламу. Причем такую, ну, некрасивую, как бы. Ну, типа. Типа, они наоборот, по-моему, антирекламу делают. Типа, мужик, которого маленькое это, он должен цветы покупать, чтобы компенсировать это все. Типа, они какие-то странные. А вон треугольники там. Треугольничек. Везде, вон треугольнички, смотри. Видишь треугольник? Видишь треугольник с глазом внутри, с этим внутри? Это просто случайность. Просто случайность. Вот смотри, какое у нас. Там всякое место находится ужасное. Отвратительный. Ладно, короче, ребят. Что-то я чувствую себя хорошо, хотя я не принимал никаких транквилизаторов, ничего не пил, ничего не курил. Ничего вообще. Просто только флуоксетин и тот самый дешевый. Отечественный. Ну еще то, что тепло стало на улице.